Всем привет! Сегодня на поляну приехали с грязюкой. Там УАЗик уже сидит. Нилас поехал выручать его. Так, это не сильно легко идет. Дождались грязи. Военные мосты на Ниве УАЗовские. Так неплохо уходит. Комфортеры, резина 35-я. Ладно, сюда надо перебираться. 80-ка поехала. Федя по следам Невасика. А может, и не по следам будет. Тоже за разряда 33 или 35 у него стоит. Ну, в принципе, прошел. А, тоже туда ехать. УАЗик поехал выручать УАЗика. Хвата развернула. УАЗик здесь уже стоит. Все перепахано. Вообще поле хорошее, злое такое получилось. Веселое. Попутно якорь выдергиваем. Повторная попытка к УАЗику проехать. Все, набрались. Сейчас будем подцепляться. УАЗик с этой стороны колесами ушел. Не вас тянет. Сейчас будем по-другому что-нибудь делать. Не вас решил перебраться на другой берег. Углубляется и углубляется. Не выйдет он тут. Хотя, может, и выйдет. Еще разок! Еще разок выскочит! Там, походу, лед, сука! Да-да-да, внизу-то, конечно! Бензин-то есть? А зачем он? Цепили к крузаку теперь УАЗика. Немножко задомкратили. Все. Хайджек подняли. Упиралось колесо. Сразу пошел. УАЗик-то походу блокированный. Что-то всех маслают. На вояках. Резина МТшка. Все, Неваса завели. Вытащили. Теперь туда и смысла нету даже ехать.
Жора хочет заехать все-таки. Должен зайти. Еще чуть-чуть. Все отлично. Так, УАЗик. Давай я как все блокировки пошел за Нивой. Тут не 35-е, где-то 33 может, а то и меньше. Я тоже должен заехать. Скользко там, однако. Траекторию, по идее, надо менять. Или разгон. Слабак, Жора! Все, походу, накопал уже. Сзади накопал себе. Леха поехал Макса выручать. По дороге застрял. Ребяточку подцепили за кусты, на кусты. Кидают свое место. Тем временем УАЗик тащили на лебедочке. Жора Максу там помогает. Саня на буханке поехал. Банка на всех блокировках. Все, выбрался. Колея такая неплохая тут. Сюда мы вообще легко шли, УАЗики. У нас экстрим резина. Да по колее езжай!
помаленьку продвигается. А, у тебя не МТ-ха? А, я так думаю, что такое? Тут зимняя стоит, резина маленькая. О, все, поехал. Все понятно, почему тяжело ехал. Осталось-то. Прямо, прямо и газу. Прямо и газу. Прямо и газу, у тебя чуть-чуть осталось там. О, все. Вылез. Да, зимняя резина в грязи вообще. Веселуха. Саня погнал назад. Андрюха на Карибе поплыл. Сейчас занесет. Пока нормально идет. Я бы даже сказал, отлично. Хорошо. Макса подцепили тут двумя машинами. Две машины вперед едут, чем Макс. С той стороны снимет, и там крысу уперлась, живет. Да я не хочу там это. Трос тут рядом. А ну куда ты? Ты можешь пошатать? А? Макс вообще колесом ушел. Льдина держит конкретно. А вперед тоже не едешь? Не, выровнять колеса хотя бы.
Они едут. Привязали уже к двум машинам. Может, сейчас пошатать? Но машины быстрее едут, чем Макс. Там либо домкратить надо ту сторону, либо сюда, да? Разгрузить ту сторону. Все, немного пошатали с этой стороны слева. И вытащил сразу. Невасик решил взять болотца, ну, еще полузамерзшая. Так, в принципе, если никаких ям, ничего такого нету, то должно легко пройтись. УАЗик следующий. Тоже по лайту. Макс на Мистрале. Замерзшая еще все. Тоже прополз. Леха по канаве самой пошел. Все, что-то приседает. Назад еще едет пока. Я не знаю, нет, наверное. Уже там здесь стандарт, понимаете? Ранглер поехал. Там сейчас все. Надо было входа. МТшка. Ты куда полез? Все, следующие присели. Тягиваем УАЗика. Мы УАЗик вытянули. Это Нива вытянули. Отсюда. Легенькая. Рангер. Все. Ну вот такая вот покатуха прошла. Немного грязьки полазали. В принципе.
принципе, еще терпимо можно, но уже застревается. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.